Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная Рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. У зимы в этом году щадящий режим, снова оттепель, поэтому я побоялась ехать на лед. Он становился все тоньше и тоньше, вымывался дождем. И я отправилась на реку. Сегодня я нахожусь на реке Вилье и нашла интересное место. Это вот поляна, на которой я хочу поставить свой лагерь. У меня будет палатка, у меня будет палатка для ночлега. Я буду готовить вкусную еду и, конечно же, я буду рыбачить на закидушки и спиннинг. Ребят, зацените. Круглые кокошули прям недалеко от моего лагеря. Нужно быть внимательной. Что, ребят, почти обустроились. Две раскладушки, тепловинник. Собираемся снова вторую печь поставить. Мы же не на льду. Сохнут вот от раскладушек чехольчики. Сами раскладушки сохнут, потому что сырые были. Столик сейчас оборудую, все. И потом уже я вам покажу, что у меня как и здесь будет. Вот так вот. Если вот отсюда выйти, то прям рядом здесь банька. Напишите, Калиласка, кто знает, как правильно ловить щуку на живца на реке. Можно ли использовать груза, можно ли использовать закидушки или как-то по-другому. Я знаю, что ловят на поплавок, но за поплавком надо следить. А если что-то стационарное, если вы в этом разбираетесь, подскажите мне. Друзья и подруги, хорошая погода сегодня, но не минус. Вот, где-то плюс один, минус один. Говорят, что будет уже постепенно у нас похолодание, но пока нету похолодания, я буду ловить на спиннинг. Сейчас собираю. Сзади вон уже лежит мой бестмастер. Здесь вот достаю всякие свои причиндалы. Хочу попробовать сегодня даже половить на резину. Что-то вот мне захотелось, не знаю почему, но попробую. Crazy Fish я свой сломала, взяла сейчас Bestmaster свой старый Shimano, катушку Stradic C3000, и вот хочу, у меня здесь поводок есть вот такой вот длинный, хочу узел перевязать на всякий случай, буду пытаться поймать какую-нибудь щуку, вот, видите, он не подходит, офсетник должен быть больше в данном случае, либо сейчас, если не найду офсетник нужного размера, ребят, придется тогда взять
и другую приманку использовать. Вот есть чуть-чуть побольше овсянки. Сейчас посмотрим. Те, кто смотрит мой канал давно, знают, что я когда-то джиг-головкой сломала себе нос. Она зацепилась в камыше, а потом оторвалась и полетела мне прямо вот сюда. И в результате этого мне даже зашивали, у меня здесь был шов. Вот. Но сейчас я почему-то снова хочу попробовать порыбачить на резину. Поставила вот такую вот интересную резиночку небольшую и вот такой вот грузик. Ой, как хорошо летит, ребят. Лебеди, ребята, так и не улетели на юга. Последнее время они не улетают, я не знаю, как они здесь зимой кормятся. Но они живут здесь, вон они плавают. Ребят, была, похоже, поклевочка какая-то. Удар. На паузе причем произошел. Хочу пойти вверх по течению, разведать, что там есть дальше. Ну, конечно же, закину парочку своих закидушек на живца. А вдруг попадется какой-нибудь хищник. И, может быть, поставлю что-то на червя, потому что зимний ясь или голавлин тоже может быть. Сейчас оттепель, рыба может просыпаться. И, насколько я знаю, эти рыбы не спят даже зимой. Как закидушки у меня, как обычно, будут вот такие закидушки на мотовилах и вот такие вот горыныча. Все, погнали! На закидушечку пошел карасик и ловлю теоретически вот под этого дерева. Может, сюда что-нибудь забросить, чтобы вот отсюда половить. Давайте попробуем, потому что вот кто-то здесь ловил большой пучок червя. Кстати, червя навозного нигде не найти. Одна дендробена. А те, кто продают навозного, на самом деле продают дендробену. Оторвала вторую резину. Ну ничего, перевязываюсь. В воде тут коряк довольно-таки много. Не знаю, как я в прошлый раз поймала щуку и ни разу не оторвала блесну. Это все, что я взяла с собой. Давайте попробуем на вот такой вот более или менее натуральный цвет. Совсем небольшая резиночка, потому что сейчас ходила с кислотной и до этого был зеленый. Давайте попробую вот на такую простенькую совсем. Значит, как я ставлю овсетник, я ставлю его вот так и Bye.
Все. Зацепила вот такой вот груз. На этот раз простой. Потому что, возможно, из-за формы того оно за что-то зацепило. Так. И на карабин вешаю. Получается вот такая вот штука. Нашу закидуху, видно, натянула течением. Сейчас достану, может, какой мусор или что. Мусор. Все, ребят. Минус один. Ребята, сегодня ужин собираюсь сделать на новом мангале. Такие мангалы, как вы видите у меня в видео, можно купить на сайте, ссылочку на который я оставлю в описании. Значит, сейчас откроем и посмотрим. Это мангал непростой. Такой мангал можно брать с собой не только на природу. Такой мангал лучше, наверное, устанавливать где-то у себя на дворовом участке, рядом с беседкой. Или, возможно, у вас есть какой-то пруд, и вы хотите оснастить его мангалами. Это будет очень прикольная штука, которую я вам сейчас покажу. Как видите, такой мангал занимает достаточно места, однако, если у вас есть большая машина, либо вы всегда возите с собой прицепы, возможно, у вас большая компания, то, наверное, это будет актуально. Плюсом считаю, несомненно, то, что у этого мангала гриля вот такие вот разборные ноги. Мангал покрыт специальной термозащитной черной краской, которая выдерживает до 1000 градусов температуру. Представляете? Вот здесь вот специальное вырезанные отверстия вот в таком вот красивом узоре для того, чтобы кислород постоянно поступал к углям. У мангала две вот таких вот нержавеющих полки, которые устанавливаются в пазы, находящиеся сбоку каждой стеночки. Так, вот одна сторона пошла неплохо, и вторая сторона. Следующее, что вам нужно, это опустить эти пазики вниз. Так. И получается две полки. Одна здесь, вторая здесь. Отдельная деталь, которая идет в комплекте, это ручка. Прикручиваем нашу ручку и фиксируем при помощи вот такого ключика. Максимально крепко к поверхности мангала. Конечно, для такого мангала, ребят, нужно довольно-таки много углей. Сюда у меня ушла целая пачка. Ну и готовить я буду на нем сразу все. Он довольно-таки широкий, поэтому позволит мне приготовить сразу и мясо, которое я подготовила, и овощи, конечно же. Походила, поупиралась, попробовала половить на спиннинг, ничего не получилось, оторвала две приманки. Завтра попробуем пойти в другую сторону, потому что я пошла, поднялась вверх по течению и пошла вниз. Встретила рыбачка по пути, он сказал, что поймал одну щуку за целый день и ничего больше у него не клюнуло. Сегодня я приняла решение подготовить сразу вот такое вот мяско дома. Это у меня поджарочка, я ее посолила и обработала специями. Теперь я надеваю ее вот так вот на шампуры. На два давайте наденем. Раз. И два. Так. Так. И вместе с этим у меня будут готовиться овощи. Как вы видите, у мангала довольно-таки высокая крышка, поэтому я приняла решение, что овощи я буду готовить на решетке.
Было бы хорошо, если бы производители, конечно, продумали именно для своего мангала соответствующую решетку. Тогда бы ее можно было вставить в конкретно какие-то пазики, которые здесь есть. Видите, потому что ширина моих решеток не позволяет это сделать все и приготовить так, как надо. А так получается, крышка до конца не закроется. Но тем не менее, мы попробуем сделать то, что я придумала, и посмотрим, что из этого получится. Кушать будем овощи с поджарочкой вот такой вот, а точнее грудиночкой, которую я цельным кусочком запеку сейчас. Только сперва расположу овощи на решетке. Первым делом я сделала хлебушек, потому что хочется хрустященького. И после расположу на решетке сейчас овощи. Это у меня будут цукини. Перец один большой болгарский и помидоры. Раз, ребят, два, три, четыре помидора. Всю жизнь мечтала так, ребят, приготовить. Попробовать прям вот такими цельными кусками. И вот так вот целый перец. Хоп. И, по-моему, вот это все надо вот так вот накрыть. Смотрите, какая красота, ребят. Шкурку можно будет срезать. А это все внутри, я надеюсь, хорошенько запеклось. Да, видите. Ребятки, оп, все, шампуры свободны. Вот такой вот ужин у меня получается. О, ребята, посмотрите, какая красота, ребята, это же просто нереально, посмотрите. Боже. Прикольно. Первая же закидушка, которую я забросила, первая же зацепилась там под елкой. За что-то я пришла, она висела, и я ее, короче, почти сразу оборвала. Поэтому сейчас пришла в палатку для того, чтобы переделать. Точнее, не пришла, а просто решила сделать, не лениться. И потому что сейчас все равно пойду их проверять. И, возможно, менять местами. Ставлю стопор. За ним поставлю вертлюг с карабином, за который зацеплю потом поводок. Следующий у меня, давайте, будет идти другой стопор. Так. Так. Дальше.
Дальше. Дальше мне необходимо привязать к леске груз. Готово осталось привязать к поводку крючок. И желательно обрезать не под самый корень, а вот так, где-то на сантиметр. На тот случай, если будет вдруг затягиваться узел, чтобы ему было куда идти. Нет, ребята, хорошей лески, толстой. Поэтому мне ничего не остается, как к той, которая у меня есть, на той, которая у меня есть, сделать из нее скрутку. И уже потом ставить поводком на монтаж. Такими вот лесными тропами проходит движение ночами. Ходишь и смотришь, где оставил свои закидушки, снасти. Вот. Сосенки такие красивые стоят. И тесок веточек сухих, что она так высохла сильно. Поводок живцом скользит вот здесь, вот так вот, между стопорками. Я подняла живца от грузика, как видите, наверное, 20 сантиметров над дном. Может, еще что-нибудь возьмет, я все смотрю, все. Надо попробовать. Здесь такая есть ямка, затишок. Наверное, ребят, вот здесь вот бобер, видите, ходил, очень похоже. Лапки. Это не собачья лапа. Если сравнивать. Ну-ка, собака, покажи лапку свою. Если сравнивать вот собачью лапку, покажи лапку. Оп. О, вот собачья лапа. А вот это бобровья лапа, у него пальцы, подушечки длиннее. Купила. Снова, кроме травы, ничего. Видно, что очень сильно поднялся уровень воды. И я почти уверена, что до того, как он поднялся, можно было вот сюда заходить и пытаться облавливать. А сейчас, получается, половину того, что находится под водой, мы просто не видим. И я даже обрываю свои снасти в некоторых случаях. Так, что тут у меня? Ой. Видать, там сидело мусора. Мусора. Натянула и все. И вот такая вот дорожка везет обратно к моему лагерю. Так. Здесь прямо возле лагеря установила спиннинг на живца. Посмотрим. Может, ближе к утру какая щучка возьмет. Смотрим. Вот. Мангальчик. Давайте посмотрим, еще там горит, что ли. Нет. Да, ребят, не догорел. Вот, ребятки, на завтра собрана банька. Подготовлены дровишки, уже печка. Бензопилу какую-то нашли в лесу. Решили ее поставить внутрь. Может, кому-то надо будет, да найдет. Мы отдадим. Рядом прицеп стоит. Красавчик. Ой, полезная штука, ребят. Столько всего в него влазит. Обалдеть. Я прямо сейчас, кстати, могу даже на лед поехать, если он встанет. И лотос. В лотос подготовили две печки. Посмотрим, будем ли потопить вторую. Пока только теплообменник работает. Покажу внутри. Внутри довольно уютно. Тапочки. Поддончик вот такой вот постелили.
для обуви. К завтрашней спиннинговой ловле. Знаю, что сейчас щука готовится к нересту, поэтому лучше использовать приманки более мелких размеров. Поэтому все мои приманки, они довольно-таки маленькие. Самая большая это вот такая вот. Вот. Съедобная резина в основном. Есть даже вот такая вот маленькая. Буду пробовать завтра. Хочу подготовиться, чтобы завтра отдельно не собираться, пойти и спокойно ловить. Значит, вот у меня есть такой грузик, например. Они бывают разными. Это типа джигрик. Продевается сначала в офсетник крючок. Продеваем. Разворачиваем. Видите? То есть в момент засечки крючок выйдет вот ровно настолько. Это значит, что он пробьет щуки. Скорее всего, пасть. Так, отмеряем, где у нас. Вот, допустим, я хочу, чтобы у меня выходило вот здесь. Вот я отмерила. Сейчас. И. Все. Резиночка готова. Вот так оно и будет плавать. Кстати говоря, увидела, как правильно принимать баню. Оказывается, перед баней нужно выпить много воды. Оказывается, когда вы идете в баню, вам обязательно вот так вот нужно ходить и охлаждаться. Только обязательно следите за тем, чтобы у вас были вот такие вот шлепки, иначе вы можете застудить себе что-нибудь, если будете все время на холодном стоять. И немножко соли нужно взять на язык. Говорят, тогда не сердце, ничего не вылетает. Вот я сейчас пробую. Взяла с собой еще фиточай. Сейчас фиточайку попью. Вот. Чуть-чуть охладила. Ну, реально, чувствую себя довольно-таки комфортно. Мне даже не кружится голова. Единственное, что в бане очень сильно натоплено, поэтому я решила выйти. Я еще туда добавила пара. Вот. Возвращаюсь. Ой, честно, тяжело вдохнуть. Я как простывшая до этого была, я очень часто сморкалась, из-за этого у меня вот тут чуть-чуть вот так вот нос болит, да. Сейчас попробую свой фиточай. Не попробую поставить его на пол, чтобы он охладился.
себя, ребятки. Хорошо. Ребят, покажу вам, как у меня здесь красиво. Какое шикарное утро. Посмотрите. Закидушечка одна, закидушечка здесь вторая. Третья стоят на живца, молчат. Собаки на вовлясь. Маленькая собака. Вот, палатка родила собаку. Посмотрите. Я, ребят, никуда не тороплюсь. Знаете почему? Вещи-то не мне собирать. Маленькой дорожкой, такой сказать, я подбираюсь к повороту реки. Здесь немного, видите, сзади затоплено, но я хочу пообкидать, здесь ямка должна же быть. И потом мы переберемся и пойдем дальше. Вот сзади такой вот красивый обрыв. Вот. Наверное, очень популярное место на речке. Но тем не менее, надо пробовать. Короче, иду сигналом охотника. Везде копыта. Везде. Во, по таким местам обхожу, чтобы добраться к реке, к нужному повороту, потому что все подтоплено. Сильно повезло, на 100% пошли с берегов. Это нехороший знак, поэтому не клюет. Просто хочу передать вам красоту того места, где я нахожусь. Просто. Пускай рыбы нет. Зато живы-здоровы. Вот. А рыбу наловить успеем. Будет лед, будет лето, весна. Сейчас глухозимье. Друзья и подруги, это получилось не просто рыбалка, это получился настоящий отдых. Я протестировала новый мангал, гриль, я переночевала ночью в палатке, я пыталась ловить на закидушки, пыталась ловить на спиннинг. Я сходила в баню, я кайфанула. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. А рыбу мы поймать успеем. Лед еще будет. Пока!